Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в различные модификации к игрушке Among Us. И сейчас у нас будет, друзья, будет держать 5 ночей в Among Us. Это... Не, ну, до этого додумались, конечно, братишки. По-моему, это очень старая модификация. То есть она еще вышла, когда только-только хайпанула игра после Генри Стикмана. Я хочу, кстати, в Генри Стикмана еще поиграть, друзья, именно на новой, типа, карте. Вот, посмотреть, что да как там, так сказать, поностальгировать. Если ты за, обязательно поставь лайкосик. Короче, давайте начинать. Приятного вам просмотра, приятного аппетита, берите какие-нибудь вкусняшки, можете пельмешки взять, можете бутербродик себе сварганить быстренько. Итак, опа, опачки, у нас там люк. Открыл люк, там друг. Так, первая камера у нас есть, пятая, вторая, четвертая. Кстати, ребята, я FNAF на самом деле на канале проходил, мы что-то заново решили все перепройти, и вот на последнем остановились, на восьмом, то есть помнишь VR, да? У меня при том есть шлем VR, есть, но там, короче, такая забавная история произошла. Дело в том, что я переиграл в шлеме, и у меня, прикинь, половина лица, в общем, отказала. Да, есть такое на канале, у меня там видосик есть, в общем, половина лица чисто не работала, я отвечаю, я капец там лечился, поэтому с VR у меня сейчас что не хочу. Ну, там есть не VR-овская версия выходила, ребята, поэтому я думаю, мы с тобой сыграем чуть попозже. Там, короче, прикол в том, что, короче, голова у меня нагрелась и перегрелась голова, а потом я открыл окно, как дурачок, и, типа, простыл, но как-то застудил, в общем. Ой, жесть на самом деле. Так, в принципе, может тут как-то... О, на контрол, пацаны, можно. То есть как во ФНАФе, офигеть. Прикольно, прикольненько. Так, что у нас дальше? А что-то никого нету. Никаких предателей. Мы уже живем минуту 20. Нифига себе. Слушай, мы выживаем. Блин. Ты это слышал? Сраная кнопка. Так, можно закрыть дверь, получается, да? Чтобы никто не проник. Это последняя стадия? Ну-ка. Да. То есть мы вот, видишь, так закрываем. Все, я понял. То есть если кто-то пойдет, мы с тобой быстренько это увидим. Отлично, я все понял. Так, ребята, а что-то... Что-то на нас никто не нападает. Так и задумано вообще? Или нет? Давай чисто смотреть. Я вижу, что у нас энергия вот в верхнем правом углу очень быстро заканчивается. Уже 68. Мне это не нравится. 67. То есть, я думаю, она быстро у нас закончится, если мы будем так смотреть на камеры. Но если тут смотреть, ребят... Может, мы должны что-то услышать? Давай немного подождем. Чисто подождем, братишка. Блин, как я вот на самом деле, друзья, жду новую карту. Ты просто не представляешь, как я ее жду, братишка. Так. Никого нет. Чисто никого нет. Что за... это нормально? Точно? А ну хотя, это знаешь, это как 5 ночей, то есть ты понимаешь, в чем прикол? А, так погоди, это может не энергия или... Нет, таймер внизу у нас идет. То есть мы просто пока, так сказать, ознакомляемся с игрушкой. Пока что это первая ночь, вторая ночь, я думаю. Да во всех, например, ФНАФах так и было. Первую ночь на расслабоне можно отдохнуть, там почилить, просто посмотреть, какие камеры тут есть, понажимать вот на кнопочку... К примеру, так, ребят, мы с тобой живем. Вот прикол будет, если вообще никто на нас не нападет. Я тогда скажу, в смысле, блин? Где предатель? Может, он просто АФК? Чувак, или ты застрял, я не знаю. Нам до 6 надо, да, выжить? Ну, просто в планшет сейчас не будем особо заглядывать, да и все. А сам заглядываю, смотри, как заглядываю. Ладно. Не будем особо смотреть. Ребят, пока выпьем. Ребят, обожаю квас, на самом деле. Раньше я капец как обожал фанту, ну, газировку. А сейчас прям люблю очень-очень сильно квас. Не знаю, перешел, так сказать, во взрослую лигу. Потому что, знаешь, квасок-то там что-то процентик есть, типа. Немного. Это как вот в старые времена, ребят. Обезьяна кушала яблоко, и что-то, опа, яблочко-то забродило. Не, на самом деле не рекомендую, пацаны, пить. Как бы вот игры компьютерные рекомендую, ребят. Только давайте немного отдыхайте. То есть, понимаешь, да, братишка, надо отдых глазам все-таки делать немного.
чтобы там не пересушались глаза. А то я видел у одного ютубера, там жесть, что прям красный, аж глаз там заплыл. Так, короче, ждем. Может, вы знаете его, кстати. Он там недавно видосик выпускал. Короче, болезни у ютуберов, видимо, это вообще норма. То есть, понимаешь, какая опасная работа-то, блин? Оказывается, снимать видосики. Я ничего не понимаю, почему реально никто не нападает? Это норма? Ладно, ждем до 6. Пока чилим, пока отдыхаем. Если честно, я начинаю волноваться. Я такой человек, как бы, мнительный очень. То есть, как бы, начинаю напрягаться очень сильно, когда ничего не происходит. Мне иногда хочется, чтобы раз, все сразу и сейчас было. Так, нет, ну смотри, в общем, нам надо дожидаться. Друзья, давай дождемся, все, до 6. Как обычно во ФНАФах это и бывает, ребята. Пока что ждем, чисто смотрим энергии 23. Не, оно так быстро закончится, поэтому давай немного отдохнем. Блин, ну хотя бы одного бы показали, я не знаю, для приличия. Может, я не ту версию скачал на GameJolt'е, я не понимаю. Версия без предателей. Да, она выглядит именно так, ребята. Вообще никого. Тишина и спокойствие. Не, а представляешь, если бы ты один в космосе был? Блин, вообще без друзей, например. Это просто жесть. Как Робинзон Крузо, например, на острове. Но там у него хотя бы друг, так сказать, был мяч. Вот этот вот, он его сделал. Так, ну, 13 секунд, тихо, ждем. А, это у меня. Мы победили, ура! Так, хорошо. Только не говорите, что это... Так. Я не понимаю, я что-то не то делаю? Может, я не то что-то делаю, чуваки, но тут никого нету. Это что за версия? Что? Нет, спокойно, так, все, я понял, это была реально первая ночь, а вот и наш первенький братишка, зелененький, позеленел, блин, какого фига, я ничего не понял, так, все правильно, видимо, все правильно, ребята, да, о, синий, так, тихо, опа, он идет сюда, пацаны. Кнопочка собрания. Сработало, не? Не, наверное, надо сделать так, чтобы он... Когда сюда придет, наверное, на нее стоит нажать, друзья. А вот сейчас действительно жестко. А вот сейчас вот чувствую я немного... Пошел, и синий пошел. Да, все понял, пацаны. То есть видишь, как только они доходят до этой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, он вернулся. Хорошо. А где же зеленый-то? На всякий случай, давай-ка прожмем еще раз кнопку. Так, вот. Синего вижу. Зеленый поди-ка где-то ходит там уже по вентиляции. Но я думаю, звуки бы были. Так. Первая камера. А погоди, смотри, у него какая-то обводочка, такое чувство, что зеленый, да? Как будто сзади... Ну, это вырезано, конечно, жесть, как криво. Как знаешь, есть экзо-версии. Всякие различные Among Us, экзе и т.д. Кстати, возможно, поиграть. А, не, это просто вырезано криво. То есть, видишь, зеленая обводочка на фоне, видимо, автор вырезал. Ну ладно, ничего страшного. Я бы все равно бы такую игрушку не запилил, так что красава, бро. Так, короче, видим их двое. Проблема в том, что, ребята, так часто заглядывать не надо, потому что энергия, ну, реально заканчивается. То есть потихоньку надо ждать. Возможно, какие-то звуки, либо проверять через каждые там, например, секунд 6. Есть. Все отлично. Или, друзья, давай посмотрим, как нас
грохнут. Что ты думаешь, бро? Не, давай все-таки выиграем, вот эту ночь выиграем, а потом посмотрим. Блин, ну сейчас накаляется действительно ситуация. А мне кажется, потом еще новенькие какие-то будут. Вот. Не только зеленый-синий. Так, ну-ка. Все норм. Ребята, видите, как мы быстренько, а? То есть на эту кнопочку надо нажимать, пацаны. А где же скримеры? Где же скримеры? Некоторые говорят, куда? Куда надо мотнуть? Есть такие мотальщики на видео, типа, быстренько. Куда же надо мотнуть? Куда? Ребята, тайм-код там скиньте скримера. Но он будет по-любому, ребят. Конечно же, мы немножечко обостремся, я думаю. Так, 3 часа. А, ну нормально, ребята, мы не сможем пройти, потому что уже мало энергии. Блин, ну вот, вот же энергия. Давай восстанови ее как-нибудь, там это питание. Ну, бро. Так, 4 утра, в принципе... А нет, ну слушай, 30 секунд, вроде как бы, если так рассчитать, если не часто залезать, то нормально, у нас есть времечко. Так, ждем, 30 секунд, давай, братан. Спокойно. Ух, братишка, так, 4 утра. Давай, нам еще чуть-чуть, надо выжить и все. Поживем. Я не хочу, чтобы нас укокошили. Не был предателем. Ай, сындук, ай. Ай, шедевр создал, а? Так, 30. Угу. Не, в принципе, живем, друзья. Мы с тобой. Главное, чтобы там никто не выглядывал. Я так смотрю аккуратненько. Есть. Кнопочка собрания, уходите. Уходите на базу, засранцы. Вам тут не рады, вы поняли? А мне вот интересно, он сейчас... Давай на всякий случай я прожму эту кнопку. 4:51, все, немного остается, давай типа часик. Нам нужно типа часик, да, ребята, все отлично, все нормально, все на мази. Мы сейчас пройдем обязательно. Но, слушай, очень-очень странно, что разработчик прям сделал первую ночь, ну, вообще без аниматроников, скажем так. Без предателей. Блин, капец, два предателя. Дальше будет 3 предателя, это 100%. Ага, дальше разработчик, интересно, пойдет еще шажочек сделает, чтобы 4 было, или 5, или 6? Надеюсь, что нет. Так, все, немного остается, немного проверяем, если что, сразу нажимаем. Все легко, все отлично, это легкая ночь. Давай. Ну это прикольно, слушай, это прикольно, очень-очень. Ребят, если вам зайдет эта игра, мы с тобой обязательно до 5 ночи, я думаю, дойдем. Сегодня мы просто посмотрим, так сказать, ознакомимся, да, с игрушкой. А потом уже, возможно, поиграем. Прям, ох, немного остается, вообще чуть-чуть. Ну все, ребята, это мы 100% выжили. То есть победа у нас в кармане, 3 секунды, я думаю... Фига, я немного испугался. Что это было? Победа. Мы играем за белого. Такого братишку. Так, есть. Идем с тобой дальше. 3-я ночь. Так, ну и тут, я так понимаю, сейчас надо немного подождать, ребята. И они тут наплывут, эти аниматроники, предатели. Так, пока чисто ждем. Надо, я думаю, секунд 40 подождать, и все. И тут просто жопа будет. Оп, вот зелененький, синенький. А еще, друзья, а еще. Там же на превьюшечке-то и красненький был, между прочим. Мы играем за белого, получается, когда победа, вот это вот, все понятно. То есть, по факту, должен быть еще и красный. Ну что, посмотрим на зеленого. Блин, я не хочу скример смотреть, пацаны. Но они сейчас довольно быстро теперь стали передвигаться. То есть, смотри, он как быстро вообще передвигается, а. Так, попробуем сейчас. Он уже здесь. Нет, нету нового. Так, погоди, а где? А где зеленый? Может... А, может он, кстати... Ха-ха, ты прикинь! Game over. Блин, я думал, там будет какой-то скример прям такой жуткий. Мы просто играли с тобой. Load game.
Это, я так понимаю, подзагружается вот сейчас третья ночь, да? Я очень на это надеюсь, потому что все за один раз пройти у меня точно не удастся. Это хуже даже Outlast 2 на психе. Ой, дядь, ну ты сравнил, конечно. Не, Outlast 2 на психе — это просто жесть. За одну жизнь, так сказать, пройти. Это настоящее адское испытание. Вот, ну первую часть я проходил, вот что самое интересное. Так, короче, ребят. Ну да, все, да. Да-да, друзья, это третья ночь. Думаю. Ну, кстати, тут никаких обозначений нету. Синенький. Да, все нормально. Вот такой вот скример. Так вот, мы предыдущую игру, ребят, играли. Вот там реально крутой скример. Прям такая морда, блин. И ты пугаешься. А где же зеленый? А где же зеленый-то? Может, он уже тут? А, вылезай, вылезай, засранец. Что ты там делаешь? Ладно, ребят, главное, что не с первой ночи, чтоб что-то происходило вообще. Прикинь, это и есть первая ночь, просто она забагалась как-то. Не-не-не, зеленый появился. Друзья, если вам понравилось, зашло, мы с тобой обязательно до пятой ночи пройдем. С тебя лайкосик, также не забудь подписаться. Бай-бай, дорогой браток.